Открытие третьего международного фестиваля веб-сериалов «Реалист Вебфест» прошло на площадке «Арсенала». «Реалист Вебфест» — единственный в России фестиваль веб-сериалов, который показывает веб-контент со всего мира. С конца 2018 года он стал частью международного чемпионата веб-сериалов «Веб-сериалс World Cup». За 3 года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиапространства нашей киноиндустрии. В мировой веб-индустрии наш продукт очень востребован, потому что он, как все русское, в общем, глубокое, осознанный, философствующий и смысловой. Рост интереса и платформ, которые все онлайн-медиа, онлайн-кинотеатры, которые приезжают на этот фестиваль и реально ищут продукт, и реально его покупают и заказывают на сегодняшний день, да, подтверждает, что уже есть зрительский интерес, уже есть зрительский запрос. И, в общем, еще 1-2 года, я думаю, что это будет достойный формат в целом нашего аудиовизуальных произведений. На конкурс поступило более 3000 заявок из 70 стран. Поскольку в прошлом году фестиваль был отменен, отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за 2 года. В итоге в основной конкурс смотра веб-контента вошло 44 проекта, а конкурс первых серий отобрали 10 пилотов. В выбранном материале Россию представляют 17 веб-сериалов и 6 пилотов. Кроме показа конкурсных работ, во время фестиваля для его участников пройдут круглые столы, дискуссии и питчинг дебютантов. В первую очередь абсолютно праздник, потому что люди приезжают со всей страны, со всего мира. Мы очень рады познакомиться здесь друг с другом. Вот мы сейчас только что познакомились с ребятами. Нам очень понравилось. Мы уже там установили какие-то контакты, подумали о будущих совместных проектах. Нижний Новгород как раз-таки такой мастодонт. Он вот первое проходит с этого жанра. Веб-сериал — это короткая форма сериала, по большому счету. Сериал где-то идет в среднем 40 минут серия по телеку. А у веб-сериала формат может быть там, ну, до 20 минут. Это удобно, это очень быстрый современный формат. Вы можете на смартфоне, сидя там утром за кофе. Пока вы едете в метро, пока вы завтракаете, посмотреть серию и уже какую-то мысль из этого извлечь. На фестивале организованы показы российских веб-сериалов из конкурсной программы, которые все желающие смогут увидеть до конца июля в кинотеатре «Орленок». Мария Бурова, Максим Веселов. Время новостей.